Привет всем! С вами Белякова Алла. Доброе утро! Хочу вам показать, как я утром делаю свою сыроедную кашу. Вот такое семена, оно у нас в спаре продается, 40 рублей пакетик. Да, я высыпаю в кофемолку. Вот семена уже я перемолола, вот так оно выглядит. Дальше в кашу я буду добавлять кунжут. Кунжут тоже добавила. Вот, сюда перемалываю его. Каша делается очень быстро. То есть вот тут вываливаю все. Дальше в кашу добавляю ягоды. А сегодня у меня смородина. Ну, вообще, чем больше, тем лучше. Вот. Столько, сколько хочется. А обычно чернику я люблю. Дальше потом я добавляю мед. Да, вот такой мед у меня есть. Покупаем. У нас есть магазин «Пчелка». Меда тоже можно добавить, ну, столько, сколько вам хочется. Я обычно там, когда ложку, когда две добавляю. Вот. И, в общем-то, все, добавляем воды. Добавляем воды, тепленькой, горяченькой, потому что у меня ягоды замороженные. Сейчас еще апрель месяц. Размешиваем кашу. Вот. И она получается очень вкусная, полезная. Семена богата разными ненасыщенными жирными кислотами, разными органическими веществами. Кальций содержится в кунжуте в 500 раз больше, чем в молоке. У меня даже прям стали ногти наконец-то укрепляться, а то раньше всегда слоились. Вот. Ну и вообще кунжут, он тоже очень полезный. Семена, кстати, избавляют от паразитов. Ну, мед вообще просто он вкусный, да и нужный. Ну и ягоды, источник всех витаминов. Вот, вот такая моя кашка сыроедная. Я вам покажу. Сегодня я готовлю практически каждый день, через день. Все, всем удачного, продуктивного денька. Всего доброго, до свидания.